Ну что ж, Лабиан играет Найтмаром, ТСЛ Чан играет Патроклом. И, безусловно, ничего не могу сказать вам об этих людях, кроме того, что уже было сказано. Бьется так ловко ТСЛ Чан, спамит то, что нужно, как мне кажется. Найтмар не отстает, тоже месяц агрессив... Ой, ничего. Это, наверное, какой-то этот профессионал зарегистрировался секретно. И сейчас всячески пытается сделать вид, что он не профессионал, потому что случайно сделать два джазгарда он подряд не мог. Надо будет пробить потом, я же супермодератор, я могу пробить по базам IP людей. И все узнать. И если этот человек нарушил какие-то правила, то он будет наказан. Это рингаут. Лабиан, похоже на марки, играет действительно. Кстати, если прочитать это слово наоборот, сочетание, то окажется, что игрок этот весьма хитер в анаграммах. Т я советую не читать этого, потому что она в таком случае будет расстроена. Знаете, что мы сделаем сейчас?